Всем привет! С вами Тёма, а сегодня мы играем Pixel Gun. Привет, ребята! Продолжается приключение нашего зомби-нобика. И мы много чего понасоветовали, будем идти постепенно. Постепенно, хотя были разные мнения насчет того, что купить и как купить, одно мы сегодня пока что точно купим. Для начала давайте откроем сундук. Да, как всегда. Да, потому что сейчас нам денежки очень-очень сильно нужны. Мы прокачиваем нашу винтовку и другое оружие. Кристаллики прямо тают на глазах. А денежки прибавляются. Я вот играл в снайперский турнир, ребята, и тут мне попалось кое-что хорошее. А конкретно я вот здесь неплохо продвинулся. Я забрал 50, скоро, может быть, заберу еще 100 золотых, а потом, может быть, и дойдет до кристалликов дело. Так, вот, кстати, у нас тут кое-что. Ага, античемпионская винтовка, все уже до конца, она уже 26, все. Все, это классно, это прекрасно. Питомцы у нас какие-то вылупились, ну бог с ним, какая-то барашка. Так, ой, а что еще есть? Ой, еще одно яйцо мы быстренько пропустили, и еще котенок обычный. Да. Так, ладно. Нам нужно делать броню, Тёмка. Броню нам обязательно нужно делать, чтобы она не стоила. Да, а то... Так, улучшаем. И опять это займет долгое время. Много чего, ребята, вы советовали. Начнем мы вот с того, которого мы задавали вопрос. В общем, очень много людей говорят покупать. И очень много людей говорят так же. Ну, немного тоже людей есть, которые говорят, что не надо покупать, в принципе. Но Тёмке понравилось. Да. Как это йо-йо его кошмарило. Да. И он решил тоже покошмарить. Поэтому, ребята, мы сейчас покупаем его. Да, захотел проверить. И будем его пробовать, тестить. Кстати, тут 21. Еще нужно его улучшать. А это без улучшений уже 25. Я думаю, что он некоторое время нам послужит добрую службу. Ну что ж, покупаем, ребята. Покупаем. Все, улучшить мы его не сможем. Улучшить мы его сможем только на 27 уровне. Так, ну... Тёмка, давай, значит, мы его купили, все как есть. Так, что еще можем сделать? А, ребята, сначала давайте еще зайдем и возьмем сундучок. Кстати, ребята, у нас с кланом вообще что-то совсем нехорошо, кроме нас. Да. Тут только еще один человек играет, по-моему, и все, и больше вообще никто, никого не видно вообще. Да. Дизлайк. Поэтому дизлайк 100%, мы выйдем в другой клан. Но, ребята, скажите, кто хочет, чтобы мы пришли в ваш клан? Мы с удовольствием придем, только чтобы вот не такой мертвый был. Да. Чтобы хоть какая-то живность там была, кроме нас, а то одни нубики или зомбики в клане, и все. Так, ребята, и не забывайте, мы, конечно, ваши интересные, стараемся никого не обижать, стараемся очень многих засунуть в видео ваши комментарии. Но в игре вы тоже можете писать, кстати, и если будете писать, мы тоже будем показывать. Ну да ладно, ребята, все, оружие купили. Теперь не пропадать же ему просто так. Поэтому, Тёма, передаю телефон тебе в руки. Давай. Зубы наточи и иди кусать всех, кем попало своей йо-йошкой. Меня не кусай, а полбута. Пум! Пум! Да. Так, загружается игра. И посмотрим, что да как. Так, и нас почему-то опять кинуло к команде, которая проигрывает. Ах ты ж, смотри, как оно. Как вот, оно через всех проходит еще и вдобавок. И оно довольно-таки далеко уходит. Тём, тебе прямо не нужно прямо сейчас в нос залазить им там. Вот так ты их можешь там кошмарить. У кого-то там? У всех йо-йо тут. Ну, я вижу, что йо-йо это здесь прямо это, писк моды на этих уровнях. Поэтому все у нас йо-йошничают. Так, ага, вот и у него тоже йо-йо, и у тебя йо-йо, у всех йо-йо, йо-йошники вы все. Так, кто тут еще есть? Вот, давай, ага, дрессировщик, это Курито там кошмарит всех. Вот, Курито сейчас не справится, не беспокойся. Тебе другого будет. Да, вот это. Но Курито с ним справился, это 100%. Ты если один раз кого-то так за эти делаешь, загарпунишь йо-йошкой, потом Курито с ним разберется.
Давай, вот так, вот так. Давай. Мало здоровья. Мало. Тут много. Вот тут еще с каким-то ножичком. Тут прямо с... Веселуха там капитальная. Но мы, конечно, по полной программе... Кто меня? Сзади. Сзади, Тёма. Скорее всего. Вот тут стоит кто-то. Нет, не здесь стоит. А вот там, когда ты выходишь, и не здесь. Иди. Вот ты когда сейчас выходишь, вот он здесь был с правой стороны. Вот отсюда сейчас появится один и будет тебя кошмарить. Вот оттуда из их гнезда. Вот он, вот еще один. Видишь, вот они тут сидят, а вы как-то нубозоиды лезете вперед и дохните. Ну, ничего, неплохо. Вожак в стае, Курито работает. Курито не сдается. Так, ну вы, конечно, проиграли, ты всего лишь 4 человека убил. Ладно, давай заново. Давай, по-моему, с головой тебе было легче, Тёма. Подожди немножко, давай, заходи. Так, да, правильно, там наши, там чужие. Тут никого нету. Они там сзади тебя, сейчас будет тебе в спину колоть. Не тут, тут ваши. А где они? Их вот, нету? Вот, Тёма, вот они. Вот здесь. Вот он. О, кстати, он с твоей головой. Да. Ага, и он тебя добил. Он молодец. Он. Молодец. Так, ты кого-то поймал? Кого-то поймал. Ты смотри, они сюда по углам попрячутся, по этим, за колоннами, еще где-нибудь. Поэтому не надо так прямо уж это. Нету сердечка. Глаза закрыть и так. Вперед, бежать. Подожду. Нет, ты так не пока подождешь, тебя закошмарят. Вон он. Вот он. Вот так, ага, нормально, еще здесь, еще есть, давай. Нормально, давай. Вперед. Оп. Что-то, ох, что тут творится? Наших бьют, спасайся, кто может! Руки в ноги, ноги в зубы и вперед. Давай. Кошмар, не отвлекайся. Вот они двое аж. Их тут аж двое было. Давай, нормально. Нормально. Вперед. Вон там кого-то поддержка была. Вот он. Так, не иди. Ты что, не видел, что он был прятался за колонной там прямо? Ничего. Ну да, ничего. Ты по сторонам смотри, потом лезь просто так. Не видно. Не видно. Вот он сзади тебя. И что? Кошмар. Ничего, что сзади тебя. Ничего? Ну давай, вперед тогда. Так. Что-то на этот вот раз, да, проигрываете, но хотя бы не так страшно, Тёма. Вот он пошел, сейчас тут будет караулить наших, кто будет рождаться. И тут он хочет всех убивать. Так, ну вы его убили, молодцы. Еще кто-то есть. Ты старайся подальше ходить, потому что ты, в принципе, издалека можешь попадать. Ну да, я знаю, я пытаюсь... Поэтому ты пытаешься не подходить. Вот, видишь, он прятался, хотел спрятаться около колонны, но там наш пробежал, и он пошел. Вот. Уходи назад. Ничего. Так, кто-то тут один из наших авкает. Так. Ага, еще чуть-чуть. Еще немножко дорежь его, ёшка, ты его дорезал. Дорезал. Вот тебя тоже дорезал. Вы вдвоем друг друга дорезали. Да, круто. Опа, ух ты, какая морда у него страшная. Да, вот как у убили. Убили. И вот этот он неплохо играет, кстати, этой головой, нашей головой зомби-нубика, тыквы-нубика.
И тут заваруха прямо веселая. Ну, поражение, но весело было. Было весело, было интересно, Тёмка. Немало, неплохо 13 убил. Я думаю, неплохо, Тёма. Давай-ка еще разок поиграем. Потому что мне интересно эта йо-йошка стала. Тут надо, знаешь как, в общем, прицельно играть, короче. Надо делать так, чтобы ты старался не подходить близко к ним. Вот он, ему надо подходить очень близко к тебе, а тебе надо убегать от него подальше. Что-то у него совсем не попадал. Странно. Хотя ты попадал вроде. Так, буду бежать. Что за убийство? Кого убийство? Непонятно. Ладно, иди вперед. Что-то пока никого нету с товарищей наших. Есть. Вот так. Убийство в голову. Не подходи к этому вообще поближе. Даже поблизости не подходи ему. Опа. Что-то у него голова издалека кусает, Тёма. У тебя так издалека не кусало вроде. О, это кто такой? Снеговичок! Снеговик! О, Тёма, там целая банда красных. Ты куда там рождаешься? Ты давай назад, вот так. Давай. Ага, вперед теперь, вперед. Вперед, вот так, молодец! Молодец, кошмарик, вот так. Вот так держать, молодец, неплохо. Ты там шороху навел в вихрядах. Теперь давай скорее чеши туда. Вот они. Так. Все, отлично. Опять. Вы что-то постоянно любите друг друга вы убивать, Тёмка? Да. Прямо как, я не знаю, братья-близнецы. Браты-акробаты, как говорится. Вот так его. Ты что, ты там целого этого оставил за собой, Тёма? Сзади кого? Не знаю. Ты меня только и отвлекаешь. Ну ты не отвлекайся, ты кошмарь давай. Давай, вот так. Шевели ластами. Что они тут сидят? Давай. Ой. Нормально. Все. Давай. Вот так. Ага. Вот так. Нормально ты там опять шороху навел. Давай. Мой курито его поджег зато. Твой курито ему глаз клевал, он ему клюв разорвал. Ты че, ты думаешь, наш курито, он простой курито? Да. Он не простой, он горючий. Горючий. Он горючий курито, бандито. И он всех закошмарит по полной программе. Не свались, пожалуйста. Царь зверей. Царь рыб будешь. Что-то такое впечатление, одни красные вокруг. И вообще больше никого нет, только красные вокруг. Да. Так, давай вперед, давай, не отвлекайся. Ох ты ж, сколько тут. Вот, все, нормально, поворачивайся. И давай тут кого-то, может, попадешь. Не, никого нету, так. Куда ребята пошли? Ты куда один почесал? Один, это... И тебе смерть, и ребятам нету помощи. А так, может, ты два раза кого-то куснешь, и то уже польза. Так, кто это? Ага, ты кого-то убил. Зомби-нубик. Давайте. Вперед. Вот так, ты научился, ты понял, да, как надо шевелить да, оружие? Да, понялся. Вы даже победили, хотя проигрывали очень долгое время. Ну, давайте посмотрим. Нормально, дай лапу. Все. Я думаю, ребята, вы не зря нам подсказали купить это оружие. Да, напоминаю. Просто у него было какое-то такое, ну, понятно, что первые эти, как его там... Первый матч ты так прикидывал еще, как его потом, ты даже тоже не разобрался, как, ну ты понял, в общем, короче, там его запускаешь, а потом сам шевелишься, и он там, по-моему, всех кошмарит направо. Во всяком случае, так кажется, может быть, я не прав,
Но вот эта тактика у него срабатывала. Нажимает огонь, йо-йо летит, а он сам двигается право-лево, право-лево, и там их, он их йо-йохничает. Так, ребята, ну что ж, продолжайте говорить нам, что покупать. Денежки у нас еще есть, еще, я думаю, прибавится. Мы тут пооткрываем, мы тут поиграем, так что... Чё-чё, копейку уж точно будет. Вот насчет алмазиков не знаю, много очень уходит на всякие апгрейды. Но я думаю, что тоже будет. Ну а пока что, ребята, огромное спасибо, что нас смотрели. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. И ставьте много лайков. И всем пока! Пока-пока!